Отчетный концерт – это своеобразное подведение итогов совместной работы ребят и их преподавателей на протяжении всего года. На концерте выступили хоры всех классов Видновской детской школы искусств от малышей до выпускников. Хоровое пение – это массовое искусство. Оно объединяет детей и создает условия для их музыкального, эмоционального общения. Осознание силы коллективного исполнения оказывает на юных певцов большое влияние. Хор объединяет людей, и хор – это единственный организм. Потому что я с детства люблю музыку. И петь, и играть на фортепиано даже. С окончанием учебного года поздравить ребят пришли родители, бабушки и дедушки. Сергей Прозоровский, папа юной ученицы, считает, что в младшем возрасте необходимо предоставить ребенку выбор, дать возможность найти занятия по душе. По большей части я убежден в том, чтобы развить максимально большее количество нейронных связей, а дальше ей уже будет в жизни лет через 5-7 уже начнет сфокусироваться проще. Вокальные ансамбли и хоровые коллективы исполнили 27 произведений. Самые известные из них – это «Родина моя», «Песня на крокодильском языке» и «Времена года». Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.